Коллеги, рад приветствовать вас сегодня на Народном собрании парламента Республики Абхазия. Отрадно отметить, что после нашего визита в Москву прошло менее 2 месяца, вот сегодня вы здесь, значит, наши отношения будут гораздо более интенсивными. Вы впервые в Абхазии с официальным визитом, и это очень значимо как для депутатов парламента, так и для всего народа Абхазии и ее руководства. Сегодня мы будем обсуждать широкий круг вопросов абхазо-российских отношений. Уверен в том, что наше межпарламентское сотрудничество, парламентское измерение позволит решить множество вопросов. Хотел бы подтвердить позицию о систематизации нашего общения с Государственной Думой, о которой мы говорили в Москве. Мы со своей стороны также намерены систематизировать наши взаимоотношения.